От возраста не зависит и развивает массу качеств. Речь идет о старинной русской игре «Лапта». Ей уже несколько веков, и в свое время ее называли по-разному – «Шибка», «Битка», «Хлопка». В правила «Лапты» сегодня вникал Павел Марчуков. И как у него это получилось, увидите в традиционной рубрике «Лаборатория спорта». Хороший, пошли, друзья. Сильно бить и быстро бегать – вот что нужно для победы в лапте. Древнейшей русской игре с 14 века правила игры не менялись. Главное – отбить битый мяч, добежать до другой половины поля и вернуться назад. За это даются очки. В это время задача соперников – пойманным мячом попасть в бегущих людей. Насколько это сложно, сегодня попытаюсь понять во время игры сборных Хомутова и Карлука. Для начала пробую себя в роли подающего. Если чуть вправо, чуть влево, чуть назад, чуть вперед, он уже не попадет к мячу. Он должен стоять ровно, вот с открытой ладонью подается. При этом главное успеть отойти, ведь игрок может промахнуться и попасть подающему по голове или другой части тела. Удар будет чувствительным, снаряд сделан полностью из дерева. Размеры четко определены правилами, длина должна быть от 60 до 90 сантиметров. Бить нужно тоже правильно, в мини-лапте только из-за головы. Надеюсь, сделать это проще, чем подавать, поскольку с подбрасыванием мяча у меня не сложилось. Я подбросил мяч 3 раза и бьющий ни разу так не смог попасть по мячу, так что подающим мне явно не быть. Это очень сложно для меня. Впрочем, со сложностями могут столкнуться почти все, кто решит заниматься лаптой в нашем регионе. Дело в том, что в Иркутской области нет ни одной секции по этому виду спорта, поэтому спортсмены сейчас могут выступать разве что на региональных соревнованиях. Хотя еще совсем недавно, в 90-е годы, команды из Тулуна и Заларей входили в тройку лучших сборных страны. Именно представители той эпохи сейчас в основном играют в лапту. Все возрастные ребята, которым уже можно сказать за 30 лет. То есть у нас в школах это очень слабо развит вид. Ничего не нужно, кроме мяча и биты и площадки. Больших затрат не нужно для того, чтобы проводить в школе соревнования. Именно занятия лаптой в школе помогли Николаю Казанкову дорасти до игрока сборной Иркутского района. Лаптой житель Хомутова занимается уже больше 15 лет. Он один из немногих, кто был участником всероссийских соревнований. Поэтому Николай, как никто, знает, чем полезна лапта. Развивает скоростные навыки, ориентацию в пространстве, координацию очень хорошо развивает, ну и резкость. То есть очень такая развивающая игра. Для детей особенно. Ведь даже одна тренировка помогает развить точность. В этом я убедился на собственном опыте. Ведь попасть по мячу не так-то просто. Важно также, чтобы снаряд не вылетел за пределы площадки и не попал в линию разметки. Благодаря тому, что в свое время на отдыхе в деревне часто играл в лапту, удары у меня выходят почти на загляденье. Вот она. Оговорил, не получилось. Ударно складывается для меня и начало настоящей игры. Я выступаю за команду Карлука. Хороший удар, и я бегу на другую половину поля. Становится понятно, без поставленного дыхания и быстрого бега в лапте делать нечего. Ведь нужно как можно быстрее преодолеть 80 метров. Если получилось вернуться, то игрок приносит команде 2 очка. Казалось бы, я все делаю правильно, но очки не засчитываются. А я вернулся. Вот если бы ты не смотрел на игру, а бежал бы сюда, ты бы принес 2 очка. На самом деле в лапте столько тонкостей, да, они даже в голове никак не укладываются. Теперь понятно, почему солдаты русской армии всегда были непобедимыми и дисциплинированными. Ведь при Петре Первом солдаты в обязательном порядке играли в лапту. Еще мне стало понятно, что на самом деле в лапту может играть практически кто угодно. Вместе со мной выступали и школьники, и те, кому уже за 30. Именно такая доступность и делает эту игру действительно народной. И у каждого есть возможность сделать так, чтобы этот вид спорта перестал считаться исчезающим. Павел Марчуков, Владимир Пинаев. Новости по будням.